Правильно, я знаю, что это между собой. Они там уже. Ну, ради бога, учат. Нет, ты это самое, может там на будет. Есть на воду. Есть? Не, ну там это самое. Не подпрягся, да, согласились помочь там людям. Ну, в общем, будем помогать. Будем помогать. Пример видим. Там замок, да? А? Замок. Все замки. Что, то есть, то нету или что? Нет. Сейчас нету, у тебя замка. Размыкай. Размыкай. Что? Сейчас светит. Встань на место, светит, заводи. Ну давай. На замку? Да. Так что вы играете. Хватит играть. Есть. Времени нет. Все, все работает. Сейчас все на место. Разомкни. Разомкни. И будь на стреме. Заведется мотор. Подожди, дай и массу хорошую сделаю. Дай и массу. Это масса. Все, Коль, подай ножик у Сашки. Кому тут что? На голову. Короче, я видел там. У него там дом, прямо на реке. Так, вы такой, иди сюда. Иди сюда. Всем раздам. Кто-то останется, знаю, чтобы уютно об этом. Ну вам, вперед, расскажи людям, где лучше так, чтобы поснимать. Мне кажется, что люди знают лучше меня, что солнце должно светить в спину. Лучше всего на бую, возле буя снимать, на повороте. Смотрите, вы должны находиться от буя справа, в уровне 75 метров, не должно быть препятствий, так трасса у нас устраивается. И снимать, грубо говоря, вот эту первую стартовую прямую, старт и так далее. У вас объектив сколько? Ну, достаточно. Это раз. Второе, но вы будете снимать против солнца. Понятно, сумеете, да? Вот тогда, если вот эта наша лодочка волшебная... Так вы говорили, что дюз попасть. Так, тогда кто у нас будет на повороте? Кто будет спасатель на повороте? Кто будет у нас? Рыбалка? Да. А какой его катер? Окей. Вот это. Значит, вот в этом катере Олег знает, я сейчас его еще проинструктирую. И, пожалуйста, занимайтесь. Хорошо. Возьмите, если есть возможность, водички с собой. У меня есть. Там будет. Кепка есть, вода есть. Хорошо. Андрей.
Давай, все, пойди. Первую серию будешь там? Все, покупали. Пойдем.